Сегодня хочу вас познакомить с хвостами, которые цветут в моем саду. Это вот любимые у меня растения. Они очень неприохотливые. Вот высаживаю я их вот так вот в рядок. Хвосты здесь разных сортов у меня. Подбираю их. Высота 35-40 сантиметров. Вот сейчас вот уже у нас май месяц. Погода у нас жаркая стоит. И вот видите уже, какие они выросли у меня. Вот такие вот они уже. Они только такие вот. В июне начинают, где-то в начале там. Вот хвосты у меня я подбирал разных расцветок. Сорта я вам сейчас не буду говорить. Вы сами можете подобрать их. Лишь бы они выходили по высоте. Вот которые помедленнее, которые побыстрее растут. Так вот, есть у меня и отдельно высаженные хвосты, но мне вот нравится вот так вот, когда они в рядку растут, очень красиво на них смотреть. Так что вот познакомил я вас с цветами, вернее это растения, это хвосты. Вот у кого нет, вот посмотрите на эти грядочки, я вот рекомендую, они очень неприохотливые. Так что вот будут радовать вас все лето до осени. Ваш глаз будет радовать. Ну, на этом я заканчиваю свой рассказ про хвост. Сорта вы сами подберете. Но вот посмотрите, вот эти изумительные растения. Советую я всем садоводам. Подписывайтесь на мой канал, кто у кого есть возможность. Всего вам хороших садовых дел. До свидания.